Это стихотворение посвящается радости жизни. Не у каждого человека жизнь сегодня радостная, у многих есть различные проблемы, но радостные моменты, они бывают у каждого из нас. И поэтому как раз про эти радостные моменты это стихотворение, которое я посвящаю тебе. Нужно радоваться жизни, нужно жизнь любить. Чтоб счастливым хоть немножко в этой жизни быть. Чтобы чувствовать, что время, то, что отдано тебе, чтоб не таяло бесследно, как тот лед в реке. Чтобы ты дышал свободно, был веселым, добрым и простым. Все ведь в этой жизни можно. Жаль, не все мы этого хотим. И действительно, нужно хотеть быть радостным в этой жизни, то есть ценить эту жизнь, любить ее и наслаждаться жизнью и хотя бы теми маленькими моментами, которые у каждого из нас есть. Не надо ожидать слишком многого от этой жизни. Нужно концентрироваться на небольшие, хорошие, счастливые моменты. И этим самым ты сделаешь свою жизнь намного-намного лучше. Вот такое вот маленькое рассуждение на тему счастья в жизни и радости. Сейчас я хотел бы поговорить с тобой о любимом деле. Ты наверняка уже видел или видела людей, которые занимаются своим любимым делом, и у них время пролетает очень быстро, и жизнь пролетает очень быстро, но зато очень интересно проходит все. Я посвятил таким людям. Любить дело. Счастлив тот, кто дело свое любит, кто живет в нем всей своей душой, кто в разгаре дела забывает про земные блага и покой. У него на свете нету больше счастья, чем занятия тем, чему отдал он жизнь. Он счастливее всех людей на свете, потому что это его жизнь. То есть есть люди, писатели, поэты, певцы и люди творческие, они находятся как бы 24 часа в сутки, занимаются своим любимым делом. Ну и также есть, конечно, и другие профессии или занятия, где люди горят своим делом. И это составляет их сущность жизни, то есть это не часть их жизни, а их жизнь заключается в этом, чем они занимаются. Вот такая интересная идея.